Такие родные сердцу старые брестские улочки, возвышающиеся многоэтажки, известные усадьбы и небольшие деревеньки, удивительные берестейцы и не менее уникальная природа края. Все это вобрала в себя выставка «Беларусь на долоне». Действительно, как на ладони, каждый кадр раскрывает одну из граней местной культуры, быта, национального колорита, которые присутствуют в каждой детали, в каждом изображенном на фото элементе. Здесь хотелось, конечно, показать разнообразие Беларуси, нашей страны, показать ее с разных сторон, и хотелось ее показать в разных жанрах. Вот. Ну, конечно, на выставке больше работ присутствует, скажем, пейзажных. Вот. Мало репортажных, портретных, к сожалению. Но хотелось показать и эти грани нашей страны, многоликой и разнообразной. В стенах большого выставочного зала общественно-культурного центра не раз вставал вопрос, почему здесь не проводятся вернисажи фотографов. Долгое время эта тема не сходила с уст. И вот момент настал. В одном зале больше 100 фотографий. То, что отобрали кураторы выставки из большого количества присланных работ. Отдельные экземпляры заслуживают особого внимания посетителей. Вот этот дворик после дождя, например, да, это еще без участия фотошопа. Тогда не было персональных компьютеров и фотошопа. Это все сделано на пленке. Такой вот графический авторский метод мой. Большой мир культурных традиций представлен для обозрения брестской публики. Каждый здесь может найти что-то по душе. Познакомиться с удивительными работами фотографов можно до 3 июля.